Ну, поэтому нужен свой человек, которому они доверяют. А, ясно, вижу, к чему ты клонишь. Их надо отвлечь. Мне нужно на 5 минут влезть в палатку, вот и все. Всего 5 минут? Прекрасно, даже раздеваться не придется. Хлоя, может, просто что-нибудь взорвешь? Взорвать? Ну, это просто. Ты с нами? Разумеется, я готов на все. Хлоя, как слышишь? Слышу хорошо. Мы уже близко. Я заложила заряды взрывчатки по периметру лагеря. Приведите их в боевую готовность. Первый заряд прямо перед вами. Вот он. Еще я оставила вам детонатор. Ага, вот и он. Отлично. Один готов. Эй, не трожь кнопку. Этот? Когда приведете заряды в боеготовность, используйте детонатор. И бабах! Этого они точно не ожидают. Будь осторожен. Лазаревич поставил своих людей по всему периметру. Гляди в оба, могут быть патрули. Я весь взмок, как шлюха на мессе. Зачем водить шлюх на мессу? Что такого? Никто не должен заметить. Надо убрать этих ребят. По-тихому. Да тише ты, Нэй. От тебя слишком много шума. Yeah.